Друзья, всем привет! С вами опять Владимир Коваленко, он же мастер кладки. Сзади меня уже идет замес бетона. Братан сейчас, он с Сережкой заколачивает первый замес. Я уже взял, как вы видите, вибратор. Сейчас лезу на стену. Будем что делать? Правильно, заливать наши перемычки в У-блоки. Вот, сейчас выставляем каркасик. Опять же, закладываем утеплитель экструдированный пенополистирол. Заколачиваем бетончик. Начинаем наш бложик и погнали на стеночку. Будем заливать, будем укладывать сразу каркасик, пенопласт и заливать бетоном. Все это дело, естественно, хорошенько вибрировать. Так, короче, вот так вот мы закладываем еще двоечку экструдированного пенополистирола. Так, Юр, тримай. И закладываем прям под эти ложи. Прям одну по центру. Так. О, да, 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 да. Вот так прям по центру. Потому что... О, кто там, блин? Так, ну что, вот так вот мы усилили еще одной арматурой. Сведерка, Юр. Сведерка. Сведерка. А, тяжел, да? Давай, нацепь. И вот так вот у нас пошел уже бетончик. Первое ведро. Ты не поднимай, Юр. Я тут уже... Так, тут у нас защитный слой внизу, будь здоров, нормально, стоит все на подпорочках на этих. Ну а тут мы уже выставляем, как бы нам уже видно визуально, ничего по бокам мы не подлаживаем. Ну и пока суть до дела, вот у нас пластификатор, добавляем его согласно инструкции. И здесь у нас вот бетончик, сейчас Серый его доведет до кондиции, доводит до кондиции и заливаем дальше. Еще раз напоминаю, друзья, опа! Напоминаю, что у нас бетон, цемент марка 500, пожалуйста, марка 500. Замес делаем на бетон 1:3, цемент очень качественный, я уже показывал в предыдущем бложике. В общем, вот такие вот дела. Так, сейчас мы переставляем решевочку, точнее сюда ставим и продолжаем дальше заливать все окна. Естественно, делаем продувочку качественную с помощью вот этого агрегата. Обязательно, друзья, качественно очищайте, ну, если там в блоках у вас есть какие-то там пыль, излишки раствора там и разной такой дребедени, да, там какой-то там строй мусор может быть попал, обязательно очищайте. Естественно, такой пушки там 99% нету, да, то просто хорошо очищайте там веником, не знаю, там строительным пылесосом и так далее. Ну, чтобы ниша у вас вот эта вся была под заливочку чистая, подготовленная. Так, продолжаем дальше выставлять. Тут, конечно, есть немножечко сложности из-за того, что рельеф этого У-блока внизу неровный, поэтому каркас заваливается туда-сюда. Ну ничего, сейчас мы его поборем. Кстати, захваты у нас еще идут по 250 миллиметров. Вот, смотрите, какие захваты у нас идут. Вот, 250 миллиметров. Все, вот так вот выставили снизу нормальный защитный слой. И по бокам у нас все четенько. Главное все это катавасю делать с любовью, нежно, не спеша. Штрих-штрих, да, Юр? Правильно? Мы же Димону, заказчику, с любовью дом строим, поэтому тут должно быть все, до каждых мелочей по феншую.
А вот вам, ребятки, и результат после вибратора. Много, немного, но на сантиметр усадочку бетон дал. Вот, пожалуйста. Делаем выводы. Сейчас будем добавлять сюда, доливать и стягивать все заподлицо. Топим дальше. А тут у нас уже все мокро. Только что было сухо, уже все мокро. Почему мокро? Потому что дождь сутки лупил такой, что мама не горюй. У нас тут и бассейн вот стоит. Ну сейчас, я думаю, просохнет. Короче, все так вот мокрое. Ну это ничего страшного. Даже к лучшему. Примочила наш бетончик, наши перемычки. Сейчас будем вам показывать. Так, вот это вот Юрий Юрьевич уже тут мастерит пенопласт. Сейчас пенопласт закладываем. Все как есть. Вот вода и в перемычке даже стоит. Тут ничего сейчас выдувать не надо, потому что пыль так притрушена, что мама не горюй. А тем более мы уже пушкой все выдули. А вот наш бетончик, ребята. Вот такой вот бетончик у нас. Ну, прошло 2 дня, как раз выходные, дождь лил такой, что мама не горюй. Вот. Вот такой вот у нас бетончик. За 2 дня получился. Он даже вот с трудом рисуется что-то. Звенит. Так это 2 дня всего лишь. Нигде ни одной трещины нету. Провибрировали хорошо. Я думаю, перемычечка получилась очень даже ничего. Очень даже монолитная. Там тоже синий. И вот третья тоже наша перемычечка. Доски потом снимем, да? Доски потом снимем, да. Вот, смотрите. Даже не царапается. То, что надо. Так. И вот здесь нам тоже 2 перемычки надо. Тут мы тоже уже пушкой все выдули. Дальше идем и заливаем. Вот там он над гаражом тоже у нас, над дверями и над окном. Получается 2 перемычки. Тоже с ублоков. А над гаражным проемом надо ставить будет опалубку и заливать там полноценную перемычку. Потому что там самый широкий проем. Заливаем сейчас все перемычки. Естественно, друзья, закладываем вот эти все части. Переходим на внутреннюю стену. Доводим то же самое. Ну, здесь у нас получается будет 2,20, так как и задумано. Потому что посередине будет еще столбик. И от этого столбика будет идти разделение на 2 комнаты. То есть одна комната будет и здесь 2 комната. Понимаете, да? Между ними столбик, 2 дверей. Соответственно, вход в 2 комнаты. Там будет 2,60. Вот тот дверной, ну не дверной, а вообще проем, да. И вот там вот будет 2,60. То есть там подходит, прям как раз уже будет замыкаться именно армопоясом. То есть перемычка и армопояс будут 2 в 1. Поэтому подгоняем внутряночку. И сейчас у нас Серега забодяжит опять нам бетончика хорошего. И мы начнем заливать. Так, из-за специфичного рельефа у блоков, конечно, тут надо выставить сразу. Чуток проблематично выставить. Ну вот, приблизительно защитный слой одинаковый. Все, поперли, теперь это. Я сейчас тут заливаю бетончик, а Юрчик дальше уже, где уже можно заложить, закладывает блоками. Так, примерно разровняли. Сейчас провибрируем и посмотрим уже, может быть, немножечко еще добавим. Заподлицо сведем, чтобы все было красиво. Красота! Вот вам и вибрация, пожалуйста. Усадочка вот такая получилась. Все, сейчас теперь добавляю немножко бетончика. Свожу, как всегда, заподлицо и перехожу на другие перемычки. Вот. А наносил бетона немножечко как бы с горкой. Вот вам, пожалуйста. Вот, чтобы получилось вот так вот.
здесь как раз нам и клею не будет мешать. Но у нас уже нету здесь никаких излишков. Все четко свели гладко, чтобы потом не пришлось бетон рубать. Где-то какой-то бугор, начинают бетон рубать. Это лишние временные затраты, трудозатраты и так далее. Короче, а так мы все четенько сразу изначально стянули. Ну, может быть, такая вот легенькая там какие-то миллиметр-два впадинка. Но это в любом случае, потому что, ну, как бы усадочка в любом случае какая-то есть. А так все красивенько. Летим дальше. Так, ребята, а сейчас мы залезли посмотреть, что у нас с бетоном. Посмотри, огонь. Синева, вот ты моя синева. И Серега, он лезет посмотреть на плоды, плоды своих стараний. В общем, друзья, мы вчера залили перемычечки. Это уже второй день. Залили перемычки и уже сверху не делали кладку. То есть везде залили перемычки, подогнали по максимуму под перемычки. Сейчас вот приехали, следующий день. Сейчас буквально за пару часов закончим кладку и едем на новый объект. Вот это дело чуть-чуть надо, чтобы подвыстоялось, чтобы клей набрал схватку свою. Вот, чтобы не получилось так, что жахнули сюда бетона, да, и расползлась вся эта опалубка. То есть несколько дней надо, чтобы выстоялось. Может быть, недельку посмотреть, не знаю. Посмотрим. Мы сейчас поедем на новый объект, сделаем небольшой заборчик, а потом уже вернемся сюда. А сегодня дозаканчиваем. Кстати, друзья, вот этот проем, ну он как, большой, небольшой, но вы видите, вот три с хвостиком блока. То есть получается у нас двухметровый проем. На двухметровый проем здесь мы сделали, также кинули каркас усиленный. 5 ниток арматуры, внизу 3, сверху 2. Тем более через ряд будет еще армопояс уже. То есть все это дело будет общим контуром закольцовано. Вполне этого достаточно. Там тоже у нас широкий проем. Также кинули, я вам показывал, да, усиленный каркас. Закольцуется все это дело армопоясом. А вот сюда будет, вот сюда, здесь будет опирание балок, прям ложится сверху на вот этот проем. Поэтому, ну, с двух сторон будет, получается, опирание балок. То есть с этой стороны и с той стороны. Поэтому здесь будет цельнозаливная, то есть без У-блока цельнозаливная будет ставиться опалубка и заливаться цельнозаливная несущая перемычка. То есть здесь оставляем пока мы проем. То есть догоняем до 2,60 и уже 200 мм оставляем под цельнозаливную перемычку. Здесь также самое, сейчас до 2,60 догоняем и закладываем У-блоки. А тут братан шмалит по полной, программе. Да? Вот так вот. Короче, что, ребят? Финишная прямая. Выходим мы на финишную прямую. Закольцевали уже две стены. Сейчас Юрчик заканчивает вот эту перегородочку легкую. А я вот стал сюда на тяжелую артиллерию. Сейчас сороковочку сюда прогоняю. Ох ты, ё-моё, что-то трещит серый подо мной. Прогоняю и это лето, и, соответственно, опалубку с десяточки. И переходим на фронтончики. И вы видите, что тут у нас ужас какой творится. Перемычки просто такие, ну аж блестят, такие огневые. Прям огнем горят. Насколько они крепкие и прочные. Так, ну и пока я тут могу еще пройти, потому что там сзади заложим, я сюда уже никуда не залезу. Тут у нас получается... Вот так вот. Вот мы заблаговременно вырезали. Ну, надо было чуть не так, но ничего страшного. Вот, и это на качество не повлияет. Там он вырезали уже так, как надо. Вот такая получается здесь у нас опалубка с У-блоков. Так, и вот вторая стена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут, если, конечно, улететь сейчас, то уже все. Вот. И тут по феншую все. Получается вот такая вот вторая палубочка. Все, сюда только теперь каркас вкидывается. Никакой опалубки уже не надо и заливается. Но, ребята, опять же повторяю, здесь будут балки перекрытия. Если под плиты перекрытия, то, конечно, нужен полноценный армопояс на всю ширину блока. Выходим на финишную прямую.
фантазер, а ты меня называла. Так, все, ребятки, готово. Это стеночка у нас. Это опалубочка. Здесь оставили под перемычку уже. Здесь будет самозаливная перемычка. И туда она будет опираться. Ну и дальше уже, соответственно, связываться с армопоясом. То есть это будет перемычка, армопояс. Серега забирает последний кубик отсюда, лишний. Там Юра уже лепкой занимается. Там уже, короче, лего-конструктор. Последние тридцатки уже. Уже чуть ли, короче, не с земли выкапываем. Так, друзья, ну что, я опять сюда забрался. Последний, так сказать, сейчас вам штрих панорамный. Вот так вот у нас получился. Вот такой вот этажик. И сейчас я еще дойду вот туда. Серый даст ножовочку. И я вырежу вот этот вот кусочек, чтобы там можно было завязаться. Вот, ну а теперь по феншую. Так, друзья, короче, кто еще не в курсе дела, какой здесь будет армопояс. Здесь еще будет утеплитель, больше всего, что будет 50 миллиметров, вот, экструдированный полистирол. И вот, вот эта часть будет заливаться. Ну что, сейчас вот заканчиваю вот этот фронтончик, но тоже мы его не закончим, потому что отсюда получается здесь армопояс. То есть сюда мы блок, соответственно, ну, не дойдем до края, да, и вот эта вся часть, она не завяжется. Ну, по максимуму, что сейчас можно, то и сделаем. Отошел немножко от музыки, потому что сосед увалил, тут на всю Ивановскую лупит. Так, по поводу армопояса, ребята, когда будем заливать? Армопояс будем заливать где-то через неделю. Сейчас постоят немножечко блоки на клею, чтобы клей немножечко как бы подсхватился, набрал свою прочность еще, чтобы не развернуло у нас нашу опалубку. Пока приготовится каркасик. Одновременно мы сейчас сделаем еще легкий заборчик. Там будет бутовый камень, как обычно, колонны будут. В общем, друзья, дальше все по ситуации. И еще по количеству, спрашивает, ну, какое количество газоблока пошло на этот этаж. Грубо говоря, друзья, 50 кубов. Грубо говоря, 50 кубов пошло. То есть тут и 30-ка, и 25-й, и 40-й, и 100-ка. У блоки, естественно, заливали, как вы уже видели. И все, Сержик уже несет, складывает инструмент. Сейчас какой-то инструмент здесь оставляем, какой-то инструмент берем с собой. Бетономешалку оставляем, не тягаемся с ней, у заказчика там будет. Вот Юра последний уже замазывает, потому что блок такой вот покоцанный, надо было его немножечко вот подмарафетить. Вот. Ну, понаружи выбрали, где более-менее ровненький, а снутри, конечно, там тихий ужас, да? Ну что, все, братан, готово? Все уже, да. Готово, да? Там уже доложим. Чуть-чуть. То уже потом. Да. То уже потом. Ну, а тут, конечно, вот пару блоков вот таких вот. Ну, ничего страшного. Вот. Будет клей, по чуть-чуть как бы подкинем. Что, сейчас эту еще, да, одну? Еще не подходит. Короче, вот, ну, пару блоков. Ну, я думаю, это не проблема. По чуть-чуть его чем-то подзакидаем уже. Дальше у нас, естественно, заливаем армопояс. Делаем сейчас заборчик еще. Блоки чуть постоят. Заливаем армопояс. Укладывают ребята, приезжают сюда. Я Диму свел там, в общем, со своими крышниками. Ребята приезжают, делают раскладку полностью всех балок. Закрепляют балки. Мы приезжаем, закладываем балки. Ну и все, там получается поверх балок еще ряд, и опять же будут, или у блоки будет, или будет такая же ситуация с десяткой. Дальше посмотрим, это будет уже армопояс, сразу получается как бы через ряд еще один армопояс, это будет уже под кровельный, скажем так, да, то есть будем выставлять шпильки и заливать, соответственно, под мауэрлат. На сегодня у меня все. С вами, как всегда, был Владимир Коваленко, он же мастер кладки. А также Юрий Юрьевич Коваленко и Серега, наш третий специалист. Серый, помаши нашим зрителям, пока. Я, как всегда, желаю вам удачи и хорошего настроения. Всем пока. Сегодня у нас опять у блоки, но только уже у блок своими руками не за 5 минут, а за 2 минуты.
Как вы видите, это 25-й блок. Здесь, конечно, все немножечко проще с 25-м. В общем, не буду ничего говорить. Ну что, начинаем. Режем углоки. Разметочка. И вот они, друзья, двадцаточка. Буквально сколько здесь? Ну, десятка два. Ну вот умножайте по 2 минуты на каждый блок. Если без перекуров, без перекусов, то все довольно-таки быстро. И самое главное, экономно.